Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Необычная большая квартира двухуровневая. Ну, можно сказать, что редко можно увидеть такую квартиру. Смотрим. Санузел. Первый санузел. Квадратные метры. Полезная площадь, нету, мне сказали 300-320. Сейчас вместе с вами увидим. Вот смотрите, какая большая спальня. Тут минимум где-то 35-40, 35 квадратных метров. Угу. Проект был сдан в 2013 году. Весь фрост холодильник, стиральная машинка, какой холодильник, чуть не упал. Так. Вестфрост кондиционер. Здесь у нас наверху прихожая верхнего этажа. Я сразу начал с верхнего этажа. Не буду томить вас. Огромный санузел. Второй санузел. Вот. Где здесь свет надо? Светлана, включи. Здесь кладовка. Вот. Сюда еще что-то можно установить. О. Устал сегодня. Солнышко так греет. Душевая кабинка нормальная, не маленькая. Ну, санузел тоже не маленький. Где-то здесь 10 квадратных метров полезная площадь. Идемте дальше. Вторая большая спальня. Три спальни наверху. Вот. Тут тоже где-то 20 квадратных метров полезная площадь. Находится квартира в районе Уба, Гёль, у моря, до моря где-то 250-280 метров. Видит горы. Так, вот такой балкончик. Продолжается в ту сторону, то есть терраса, веранда, кто кому как. Вот. Сейчас идемте в эту сторону. Здесь еще продолжается терраса. Три стороны видите. Вот там море за зданием. Эти бочки видите. Есть бассейн на территории. Ухоженная территория тоже. Вот. Даже крепость Алания видна. Вид не закроется у вас. Подходит под ВНЖ. Так. Все в шаговой доступности. Рынок по понедельникам, который находится в районе Уба. Здесь третья спальня. Мы сделали как гостевую комнату или как офис. Выставил старенький вчера этот машинка посудомоечная. Да, это ну, кондиционер, скажем. Люстра, которая висит. Так, здесь 15 квадратных метров полезная площадь. Также выходит на террасу. Так, здесь мы спускаемся вниз. Такие вот лесенки. И та-та-та-та. Красивая такая, уютная, просторная, как там скажем. Включим свет. Да будет свет, сказал Ахмед. И вырвал провода. Отдельная кухня, дорогие зрители. Такие диванчики. Ковер, цвет, там, дизайн. Так, угу. Фотографию возьму. Для входа. Оп. Фотография. Можно еще вот так. Вот так. Так. Еще фотографию возьму. Нужно мне. Так. Вестфрост тоже кондиционер инверторный. Здесь прихожая. Еще один санузел. Ну, что сказать? Очень просторная квартира. Здесь нет ничего. Вот.
лайк, комментарий, подписка на канал. Что могу еще я вас пожелать? Так, и здесь какие-то узоры на оливке. Тоже. Большая спальня. Тоже еще один санузел. Короче, санузлов хватает. Весь спрос. Кондиционер. Что я постоянно холодильник говорю. Что-то мне очень жарко, хочу в холодильник зайти. И это еще одна комнатка. Тоже детская комната. Ну, скажем, да, детская комната. Ага. Вид на соседнее здание. Ну, еще горы видны. Вот. Какие мозаики, смотрите. И мозаики, и узоры. То есть. Мне бы сейчас уснуть, поспать. Еле хожу, дорогие зрители. Это все в один дизайн сделан. Цветной стул. Отдельная кухня. Бытовая техника фирмы Арчелик. LG холодильник. Большой. Цветочки высохли. Не живут. Так. И здесь у нас огромный балкон. Так. Вот он. Огромный. Слишком огромный. Можно застеклить. Но я не думаю, что надо стеклить. Потому что и так комнат хватает. Это, кажется, бассейн. Да, это бассейн. Можно не выходить во двор. Прямо отсюда покажу. Ну, там море. Этаж четвертый от земли. Итак, дорогие зрители. Ай 500 лир. 500 лир айда, цена, дорогие зрители, 360 тысяч евро. Звоните по номеру плюс 90-555-064-91-10. Все, ставим лайк, подписываем на наш канал. Всем пока-пока.